Доброго дня, шановні. Вітаю вас в програмі «Гість у студії». І сьогодні ми з вами продовжуємо тему тієї ситуації, яка сложилася у нас у виконкомі між Слов'янським міським головою і депутатами. І у нас у студії сьогодні наші гості – це депутати міської ради, Слов'янської міської ради, це Батечка Микола Андрійович і Савченко Сергій Миколаївич. Доброго дня. Доброго дня. Як же я вже сказала, ми з вами будемо розмовляти про те, що зараз є у нас в нашій владі, в нашому депутатському корпусі і в нашому, з нашим мером Вадимом Михайловичем Ляхом. І усіх питання все ж таки воно є. Ваш погляд на те, чому от таке непорозуміння склалося і чому зараз депутати віддають свій голос по різним бокам от цих питань, які ви там обсуждаєте. Ну, дійсно, може бути неординарна, так сказати, кілька ситуацій сложилась, в общем-то, тому що нам вопроси дійсно люди задають о том, що ви от кілька років як би шли вместе, голосовали там это, а сейчас вот вы как бы заняли, как люди считают, и пресса считает, о том, что заняли другую позицию. Могу сказать одно, что и раньше высказывали те или иные претензии к работе и городского головы, и секретарю городского совета. Другое дело, что не выносили на общий загал многие вопросы. Это правда. Потому что были, скажем, работали фракции, скажем, наша фракция работала, нас собирали как депутатов городского совета, фракция имела большинство, и поэтому мы имели возможность часть вопросов высказать и на фракции. И это нормально, так сказать, где мы на фракции говорили о том, как будем голосовать на самой сессии. Скажу, что впоследствии не стали собирать фракцию. И это было тоже одной из причин того, что мы не понимали, почему депутатов не собирают. А кто повинен собирать депутатов? Есть руководитель фракции, есть голова, городской голова заинтересован в том, чтобы собрать фракцию и обсудить те или иные вопросы. И мы поняли, что все больше руководство города отдаляется от депутатского корпуса. И то, что определено, скажем, почему и вопрос поставлен был по секретарю городского совета. Потому что в законе о местном самоуправлении четко выписаны его функциональные обязанности. Давайте нагадаем нашим телеглядачам, что цей конфликт, цей диссонанс, він пройшов саме з того моменту, коли депутати подали прохання, чи як це назвати, на те, щоб міського секретаря міської ради Жана Ківа було звільнено з посади. Це так, правда, це правда. Це було такий гром, таке звучне було заява, і вона обговорювалась. Дійсно, 19 августа 2019 года група депутатів подали на ім'я городського голови, значит, подали прошение о том, чтобы этот вопрос о досрочном прекращении полномочий именно секретаря городского совета был внесен в повестку дня. Такой вопрос был внесен и рассмотрен 18 сентября, этот вопрос был рассмотрен. И действительно, по большинству это решение было принято. Причины. Я уже сказал, что есть в законе есть четко выписанные функции. Но, на наш взгляд, секретарь городского совета не выполнял эти функции, прямые функции, те, которые записаны. Смотрите, в начале нашей депутатской деятельности, я уже за фракции сказал, что собиралась фракция и обсуждали те иные вопросы. Впоследствии этого не стало. Мы проводили дни депутатов,
Значит, и это давало нам возможность до сессии, подчеркиваю, обсудить тоже комплекс вопросов и прийти к согласованности по тем или иным вопросам. Дни депутата тоже не стали проводиться. Вы посмотрите, были отчеты после первого года работы депутатского корпуса, был составлен график, и мы поехали к людям отчитаться. И это правильно. Значит, впоследствии этого не стало. Следующий момент. Много можно, можно говорить. А самое, вы можете без Жана Николаевича так и работать? Мы можем. Мы так и делали. Мы сами и работали. Но я хочу еще назвать один элемент этого. Это депутатские запросы. Очень много людей обращаются к депутатам, в том числе и ко мне, как депутату по 16 округу, по животрепещущим вопросам, по тем вопросам, которые интересуют людей. Значит, я должен сказать, что мы высказывали не один раз о том, что не обращают внимания, в том числе это же обязанность секретаря работать с каждым из нас, из депутатов, и в том числе оказывать помощь в реализации этих депутатских запросов. Этого тоже не было. И когда мы посмотрели по статистике за 3 года, то наибольшее количество депутатских запросов было в первый год работы депутатов. Во второй год меньше, третий год меньше. Значит, это связано с тем, что мы поняли, что никто не обращает внимания на депутатские запросы. И поэтому было высказано мнение, что секретарь городского совета не занимается организующей работой среди депутатов. А это главная его задача. И поэтому мы об этом говорили, об этом более в узком кругу говорили городскому голове. Но вы знаете, городской голова сказал, что это мой человек, которого я буду защищать, поскольку если этот человек, значит, по чечаянию вдруг каким-то образом будет снят с работы, то это вы доберетесь и до меня. Поэтому мы так смотрим, что он секретаря городского совета выставляет как щит, как в защиту себя. То есть корпоративные интересы, на мой взгляд, выше ставятся, чем общественные, то, о чем мы ведем речь. И мы поставили такой вопрос вот, о смене, о досрочном прекращении полномочий. Это естественный вопрос. Естественно, что сразу был приклеен ярлык, что это политический вопрос. Мы... Так у вас так совпало, що після оцих виборів, коли ви, ну, основна частина вашої фракції пішла в партію «За життя», а наш мер, він залишився в опозиційному блоці. І тому так, як то ми бачимо і так розуміємо. Ну, я прошу прощения, да. Я должен сказать и вам, и всем зрителям, что мы не пошли в партию, мы не являемся членами партии оппозиционной платформы «За життя». Мы создали группу депутатскую и назвали именно таким, собственно, аббревиатурой такой. Но мы не являемся в партии. Но другое дело, что это начали использовать, какой бы мы вопрос сегодня не обсуждали, дорогу, крышу, значит, другой момент. Все время теперь пытаются связать это с политикой, с партией. Это не так. Главные причины – это те, которые я назвал. Сергей Миколаевич, вот это. Да. Я хочу добавить сказанному Николаю Андреевичу. Дорогие жители города Славянска, я хочу вам вкратце объяснить основы, я думаю, вам будет интересно. Когда прошли выборы, был избран мэр, депутаты избирают для себя главного депутата, так называемый секретарь совета. Чем он занимается? Секретарь совета, он собирает, по простому говорю, все проблемы от всех депутатов и работает вместе с исполнительной властью по решению этих проблем. Депутаты большинством поддержали кандидатуру Жана Николаевича. А по прошествию 4 лет, правильно, вы задали вопрос,
Как вы одни можете работать без секретаря совета? Да, мы можем, мы так и работали одни. То есть он занял, не будем обсуждать, свою позицию, как он видит, да? То есть депутат приезжает, я скажу про свою Семеновку. У меня там нет двух дорог. Один год пишем, второй один. Как должно быть по факту? Приехал секретарь совета с депутатом на участок. Какие проблемы? Ребята, у него вместе с мэром в подчинении коммунальные предприятия, которые должны эти вопросы решать. А так получается, депутат посылает свои запросы водопонижения, освещения, кто ремонтирует дороги. То есть получается, он выполняет функции секретаря и ходит, выбивает, то есть, эти все проблемы. Хотя бы раз в месяц, квартал. Ну, пригласите вы депутата, скажите, что у вас за проблемы? А давайте мы как-то это сделаем, давайте что-то это сделаем. Получается, сегодня, наверное, прямо прошла узурпация власти, то есть они, исполнительная власть, исполком, принимают решения без депутатов. Все вопросы, которые выносятся на сессии, они должны строиться по запросам депутатов, по запросам граждан, по запросам на личных приемах. И вот эти все проблемы должны выноситься. Есть у нас, к примеру, определенная сумма денег. И вот эта определенная сумма денег должна быть направлена на решение этих проблем. Решение воды, недостатка воды на том же химике. Решение какой-то дорогой, я не то, что сейчас говорю о Семеновке. Да, по колено ямы под арендоватора, автобус не ходит. Это проблема. Старики, дети, грудные идут на трассу на Николаевскую, ведут этих детей. Это проблема. Вот из чего слаживается работа секретаря совета. То есть он должен доносить, потому что он находится рядом в исполкоме. Вот поэтому прошли один раз переговоры, второй раз беседы. Да? Вот мы видим, неправильно вы работаете, Жан Николаевич. К сожалению, нас никто не услышал. Поэтому группа, вернее, количество депутатов, когда проголосовали на сессии, это был 21 человек. Я считаю, это монобольшинство. И мэру все-таки надо было прислушаться к тому. А он, получается, ну, ваше мнение, грубо, меня не интересует. Вот и все. И получилась вот такая позиция. Ну, неправильно. Сергей Николаевич, да. Вот депутаты из разных, скажем так, партий, из разных, ваш обирали от какой партии? Солідарності. Від солідарності. Да. Тож ви зараз, і ви не входили до цього, до опозиційного блоку. Так. Тож я розумію, що зараз депутати, як ви кажете, самі обирали собі дві сторони цього, ну, цього бачення, як повинен працювати депутатський корпус. І ну, це як факт. А тепер питання про те, от була сесія. На цій сесії вона так проходила дуже довго. 3 дні вона очень активно. Дуже активно. І все ж таки питання, про яке більше було всього питань, таки, воно було перенесено. От що там було на тій сесії? Значить, относительно групи. Нам тут многі розказують через СМІ, що група там під якихось там збиралась при якихось умовах, хтось заставляв збиратися. Ні. Депутаты сформировались группу, потому что у депутатов появились общие интересы, и депутаты захотели с помощью группы исправить ситуацию в городе Славянска в лучшую сторону. Объясню. Теперь эту же ситуацию переносим на сессию. Непрозрачность использования бюджетных средств – это основной вопрос сегодня, почему начали проходить так активно и вдумчиво комиссии и сессии. Объясню. К примеру, дороги. Нас обвиняют в том, что мы голосуем против дорог. Мы не голосуем против дорог. Мы голосуем за то, чтобы дороги, во-первых, не делались в долг. Как сегодня говорит мэр. Мы давайте сделаем дороги и рассчитаемся после Нового года. А мы не знаем, какой у нас будет бюджет после Нового года. Оставят нам акциз, заберут у нас города акциз. Это же люди не знают. Я объясняю. Опять же, мы возвращаемся. Есть дороги загального значения там, где проходит большой транспорт. Да, мы готовы были и летом, и весной выделить туда деньги. Нас опять же обвиняют в том, почему вы сегодня, сегодня осень, сегодня зима на носу, почему эти вопросы не были подняты весной и летом, когда надо эти дороги делать. Да, можно дороги делать до минус 8,
Но все должны понимать, что цена, если при нормальном качестве ремонта дорог при минусовой температуре, стоимость дороги сразу увеличивается на 30%. А по тендеру дороги отыграны по летнему периоду. Поэтому мы понимаем, что за удорожать никто не будет эти дороги. И они будут делаться неправильно, грубо говоря. Дальше. Некоторые руководители исполкома лукавят, говорят, что мы не голосуем за зарплаты, за субвенции, то есть за социальные выплаты. Нет, мы голосуем и будем голосовать за субсидии, за помощь инвалидам, детям, малообеспеченным. Мы за это голосуем, потому что это государственные деньги, субвенция, которая опускается с Киева, с области. Мы сегодня говорим о том, чтобы на всех комиссиях, на сессиях были четко определены участки использования денег. Объясню. У нас благоустройство есть. Компания, которая была создана еще 3 года назад, сегодня там находится более 60 человек. Фонд оплаты 700 тысяч. Меня лично, как депутата, интересует, что эти 60 человек делают в городе Славянске. Почему мы каждый месяц должны им давать от 1,5 до 2 миллионов денег? Раз. Отчетность. На одной комиссии мы спросили, почему вы нам не отчитываетесь за переданные вам деньги? Мы забыли, мы не знали, мы потом. Вторая, третья сессия проходит. Все, депутаты решили, стоп, не будет безотчетного использования денег. Следующий вопрос. Мы поднимали сегодня, к сожалению, этот вопрос не выносится на повестку дня, состояние нахождения больных в наших больницах. Это наши люди, наши родители, дети болеют в той же детской больнице, в той же Аизовской больнице. Почему там скотские условия? Вот я честно, там скотские условия. Я вот летом столкнулся с этим. Да, некоторая вина, потому что не приходилось мне там находиться. Но я когда зашел, я просто ужаснулся. Что у больного даже нету временами холодной воды, я не говорю уже о горячей воды, помыть больного или помыться больному, понимаете? Так вот, этим должен заниматься городской голова и секретарь совета. Они отслеживать должны, в каком находится состоянии наше коммунальное помещение. Ну неужели, извините меня, скажите, тяжело сделать было ту же душевую кабину, те же поменять два унитаза. Наконец, знаете, как у нас говорят в Славянске, догавкались мы, начались работы по ремонту в этом самом хирургическом отделении, в красной старой больнице у нас туалета. Но, опять же, вот как у ЖКХ готовят эту смету? Они меняют двери, они меняют окна, они меняют водопровод, пол, унитаз и 2 раковины. А помыться людям все-таки, ну вы потом, у нас денег не хватает. Та не сделайте ви що-то, ну поставте людям нормально. А ви не вважаєте, що у цьому запиті саме керівництво лікарні, амбулаторії зараз, воно теж має повинно якось, воно ж видає техзаказ? Совершенно верно. Совершенно верно. Но как они мотивируют, что у них нет специалистов? Они приглашают наше управление капитального строительства, они проводят смету по их хотелкам. Но мы же по прекрасно... Мы же понимаем, больница, УКС, это жители, то есть кто работает там, это жители города. Они же прекрасно понимают, что надо сделать для этого. Но у нас сегодня, дальше хочу сказать, в чем еще сегодня гвоздь наших отношений. В том, что на УЖКХ отдали полностью все права на распределение работ, закупку материалов и все остальное. Раньше у нас культура отдельно была, медицина отдельно закупала, образование отдельно. Сегодня УЖКХ. И опять же у нас есть вопросы по проведению тендеров, по закупке оборудования и так далее. Поэтому мы рассказали, мы не против, мы будем голосовать за те жизненно важные вопросы для города. И сегодня, когда мэр в этой студии говорил, что мы собираемся и хотим забрать у него полномочия по распределению межсессионный период финансов, нет, неправильно. Мы собираемся взять под контроль только финансы городского бюджета. А субвенции, которые будут напрямую идти на, опять же, социальные все выплаты, нет, мы им оставляем. Мы прекрасно понимаем, что этот вопрос решается 1,5-2 дня, его надо подписать и отправить. Мы не претендуем. Да, это прерогатива мэра, и пускай он этим занимается. А уж извините, городские деньги, давайте мы все-таки будем контролировать. Я призываю всех коллег-депутатов, давайте мы все-таки отойдем
от личности каких-то там претензий, а то я смотрю, тут у нас в СМИ гуляет, вот то депутат правильно делает, а депутат неправильно делает. Это избиратели сами определят на выборах, кто правильно или неправильно делает. Вот, поэтому сегодня у нас есть несколько комиссий. Это комиссия по законности, комиссия по ЖКХ, комиссия бюджетная и образование и медицина. Любая комиссия, поверьте мне, имеет громадные полномочия для того, чтобы повернуть тот или иной вопрос в том ракурсе, чтобы бюджетные деньги правильно использовались. Вот самое главное, еще раз повторюсь, прозрачность использования городских бюджетных средств. Вот поэтому... Никто не собирается блокировать, там нравится нам лях, не нравится. Он избран, он сегодня мэр. Но, и хочу с ним еще раз согласиться, что надо и искать взаимопонимание с депутатами, а не накалять обстановку. Вы все равно ничего не сделаете, то есть я сам без вас обойдусь. Неправильная позиция, совершенно неправильная. Только на взаимопонимании решается вопрос. Таке питання в мене. Ви кажете, зробили цей благоустрій підприємство. Усі дуже багато прав дали, ЖКХ гроші там переходять. А чому? Це ж за ці роки такі були, ну, зміни зроблені. Можна мені по змінам? Так, по змінам. Так, по змінам. Смотрите, как бы есть явная сторона и есть скрытая сторона. И я скажу, в чем вопрос. Как на наш взгляд, городской голова Лях Вадим Михайлович, он в принципе не скрывает, что он будет выдвигаться на второй срок на должность мэра. Это право каждого человека, это право и Вадима Михайловича. И тут ничего такого сверхъестественного нет. Но здесь, где мы разошлись во мнениях с Вадимом Михайловичем, когда нас он обвиняет в том, что вот мы как бы ставим палки в колеса, вот. Я понимаю, для чего он это делает. Он делает еще для того, чтобы как-то и поднять свой рейтинг. Он говорит, что мы ему не даем делать дороги, там где-то тротуары, где-то парковую зону облагораживать, где-то он часы установил, где-то он попросил 199 тысяч на фонтанчик возле там рынка, где цветы продаются и так далее. Люди меня могут спросить, так а надо ли это все делать? Я четко всем отвечаю, конечно, надо, надо. Но у нас другой вопрос возникает. А надо ли крыши делать? Надо. У меня лежат депутатские запыты. По 3 года люди ходят, обивают пороги, в том числе и к Вадиму Михайловичу. Нет времени просто зачитать. Скажем, по вокзальной 55, по бульварной 10. Люди просят, накройте крыши, текут крыши. Мы говорим, это же надо выполнять работу. Скажите, пожалуйста, а канализацию нужно в домах делать? Когда дышать людям нечем, как говорится. А подъезды надо делать? А козырьки падают? Надо делать? Я могу примеры тоже привести. Вот все есть здесь материалы. То есть мы говорим, вы, Вадим Михайлович, выбираете объекты видовые. Там, где люди больше всего увидят и скажут, ты смотри, дорога, ты смотри, бульвар. Ты смотри, газон появился, ты смотри, фонтанчик заработал. И это все, еще раз подчеркну, все это надо. Но надо найти, мы говорим, надо найти разумный баланс, чтобы делалась и крыша, и подъезд, и канализация, и все это. А это годами, годами мы не можем добиться, через наши депутатские запросы не можем добиться, чтобы туда были направлены какие-то деньги. То ж ви не маєте впливу на те, що буде робити ЖКХ, ну, наприклад, у майбутньому році. В майбутньому не знаю. Я думаю, що ми сумеємо как раз, якщо ми вже зайняли таку позицію, ее, видите, как непривычную позицию, я бы сказал, потому что, ну, всех это удивило. А как же теперь депутаты, собственно говоря, вот это?
Но я еще раз говорю, есть и в нас вина, наша вина в том, что мы так не поставили раньше, не поставили. Но мы дошли до той точки, когда мы стали не доверять руководству города. Ни секретарю городского совета я сказал и перечислил моменты, почему. И мы, да, делается в городе, делается, и много делается. Но еще раз подчеркну, что надо иметь разумный, найти разумный баланс, где выполнять эти работы, от которых люди просто страдают сегодня. Я хочу еще один нюанс сказать. В начале своей деятельности Вадим Михайлович принимал, вел личный прием. И это правда. И это была его заслуга. Сегодня нам люди сигнализируют и все больше и больше говорят о том, что к городскому голове не попадешь. У меня есть здесь вот письма, где люди пишут: прихожу 3 раза, 4 раза прихожу на прием, принимают обязательно другие работники исполкома вместо городского головы. Я считаю, что это неправильно. Да, бывают такие моменты, когда городского голову могут вызвать где-то, где-то на областной уровень, где-то он в командировке. Но, на наш взгляд, он начал уходить от именно людских проблем вот таким образом. Когда не ведет личный прием. Поскольку надавал обещаний, значит, а затем люди идут и говорят: а вы ж приезжали и обещали, а вы ж были у нас, а вы ж обещали нам крышу сделать еще в 17 году. И все есть, и экспертную оценку сделали, и проект есть, и все. Дайте же что-нибудь, дайте хоть какую-то, начните эти работы. А этого ничего нету. А в итоге... Поэтому нельзя искажать вот ту позицию сегодня депутатов, которые заняли это, нельзя ее искажать. Мы это делаем не в личных интересах. Я хочу сказать, мы работаем как депутаты на безоплатной основе. Мы хотим помочь людям, потому что мы настолько уперлись в нерешаемость вопросов, притом годами. А нам на наши запыты идут такие ответы. Если бы можно было здесь показать и продемонстрировать, то люди бы увидели всех, всех, кто нас сегодня слышит. Когда обращаешься, пишут: денег нету, это будет сделано, если вы обращаетесь в 16 году, то обязательно будет написано, что в 17 году будет запланировано. Проходит 17 год, ты повторно пишешь депутатский запрос и ставишь же этот вопрос, что люди же ждут. Будет обязательный тебе ответ, что будет сделано в 18 году. И так это идет, понимаете? Но это зрозуміло. Не солидно. Значит, я продолжу, да. Я думаю, будет жителям города интересно. Хочу объяснить. Смотрите, ну вот Николай Андреевич правильно говорит. Мэр не сделал то, что обещал на участке. А Винятков, депутат. Люди думают, что это депутат командует нашим коммунальными предприятиями. Уважаемые жители, не так. Все коммунальные предприятия подчиняются мэру города. Депутат влияет только через решение на сессии. Он приносит свои запыты, ну и ходит, кулаком стучит в каждый кабинет для того, чтобы эти работы были сделаны. Поэтому хочу сказать следующее по распределению финансов. Вот лично никто не может меня в этом обвинить. Я с начала этой каденции всегда пытаюсь донести главе города, что нельзя все деньги использовать только в центре. Приведу пример на примере Семеновки. В этом году, да, у нас был спорный вопрос. У нас сделали очень много тротуаров в городе Славе. Я считаю, что чересчур много тротуаров, да. И в некоторых местах, объясню почему. Мы сделали такой срез социальный. У нас житель Семеновки выезжает в город примерно где-то раз в неделю, раз в 10 дней. Понимаете? Вот. То есть для центра правильно. То есть город должен быть красивым. Центр – это основа. Но у нас 50% жителей, ну там может чуть больше, живет в центре, остальные 50% живут на периферии. Целинная, Северный, Семеновка, Малочар, Черевковка. Так извините меня, правильно ли использование всех денег в центре? Я прямо скажу, мы закапываем деньги каждый год. В Артема, надо, много людей живет. Ну подождите, давайте же не забывать, наши жители тоже живут и на Северном, и на Семеновке, и на Черевковке. Там тоже должны проводиться те же работы.
тоже пропорционально, и это международный опыт, что деньги пропорционально должны распределяться на каждый наш микрорайон. Мы же не говорим, дайте что-то очень много, но сделайте хотя бы одну улицу, там, сделайте хотя бы одну площадку. Это все можно делать, это ну, не требует каких-то больших усилий. Но у нас почему-то наши хозяйственники идут простым путем. То есть они делают там, где просто и где не надо ничего придумывать. Вот поэтому и сегодня каждый микрорайон подает свои хотелки на следующий год. Можно выбрать, сесть. Уважаемые депутаты, давайте, я предлагаю, как мэр, да, сделать на Северном то-то, там-то то-то сделать, там-то то-то. Для этого нужны определенные финансы. Я, к примеру, вот купили мы цветы на 120 тысяч гривен, посадили возле клумбы вот эти, да, летние. Они простали 2-3 недели и повяли, сгорели. 120 тысяч, да извините меня, так сделайте, если вы покупаете цветы, то купите, чтобы они хотя бы там 3-4 месяца, летний период цвели. Или как-то за ними ухаживайте. Мне, например, жалко эти 120 тысяч. Лучше сделали бы где-то ли площадку, или какую-то заасфальтировали дорогу. Я прошу прощения, я дополню за цветы. Год назад, в прошлом году, народный депутат Юрий Солод и Наталья Королевская завезли в город, я хочу, чтобы все жители знали, 10,5 тысяч кустов роз. Еще раз повторю, 10,5 тысяч кустов. Точно так и Николаевка завезла, город Николаевка. Значит, мы распределили, с помощью, мы обратились к городской власти и говорим, давайте озеленим город, 10,5 на безоплатной основе, подчеркиваю. На клумбах возле исполкома посадили 350 корней роз. Значит, посадили возле бывшего магазина «Фуршет», по улице Свободы. Я помню. Возле памятника Шевченко и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что когда сажали, тогда и полили. И больше никто не занялся этим вопросом. И вы посмотрите, ни одного куста возле исполкома, вот из посаженных 350 кустов, ни один куста сегодня нет. Скажите, разве можно так относиться к этому? А мы тратим потом деньги, вот то, о чем говорят, на закупку 120 тысяч, если их можно было потратить где-то на другое место. Это, ну, разве это хозяйский подход? Если мне кто-то скажет, а скажите, а где можно сегодня посмотреть? Я приехал в 10-ю школу и говорю, ну, покажите свой розарий, где меня повели, показывают, значит, клумбы, где действительно розарий. Я приехал на завод к Придворову Павлу Анатольевичу. Я говорю, ну, где? Ты брал 100 кустов, показывай, отчитывайся. Значит, он показал весь розарий. А разве в городе нельзя? Пусть бы где-то что-то, безусловно, без потерь не бывает. Но разве можно так было относиться к этому? Я помню эти розы. На жаль, час нашей передачи добегает до конца. А у нас такое питание. От нас лягают коллапсом, який прийде, якщо надалі будуть так працювати сесії. Депутатский корпус. Чи буде коллапс? Нет, не будет, конечно. Уверяю жителей города, конечно, не будет коллапса. Потому что все вопросы, которые сейчас у нас 13 числа, очередная сессия, сейчас начинается с сегодняшнего дня, начинают проходить комиссии по подготовке к этой сессии. Я еще раз говорю, все социально важные суммы, которые назначены на выплаты, они будут проходить четко, финотдел будет за них нам давать информацию, и они будут дальше идти на голосование. Но деньги, финансы, которые будут сегодня расходоваться с городского бюджета и на городские деньги, да, они будут под пристальным контролем. То есть делать заявку сегодня ЖКХ на какую закупку, они должны четко отчитаться за прошлые использование денег. Я считаю, это правильно, так должно быть. То есть депутаты дают людские деньги в ЖКХ, и они должны понимать, куда расходуются эти деньги. Поэтому все, с чем будут согласны
большинство, я же не говорю группа ОПЗЖ, с чем будет согласно большинство депутатов, все вопросы будут пройдены и будут проголосованы. Никто не собирается сегодня через какие-то непринятые решения блокировать работу того же мэра. Да ради бога, пускай работает, пускай выполняет свою работу. Но прозрачность, согласованность с депутатами по расходованию бюджетных средств, и тогда все будет работать правильно. Еще раз хочу сказать, вопрос о снятии, о замене секретаря совета еще не закрыт. Еще не закрыт. Поэтому я думаю, что Вадим Михайлович, я надеюсь, что он мудрый руководитель, должен принять правильное решение сегодня. Поэтому, уважаемые жители города, не переживайте. Город будет работать, все зарплаты будут платиться, и в троллейбусе, и в водопонижении все будет хорошо. Дуже вам дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до нас. І за ту цікаву вашу бесіду нашу, вашу відповідь, на які питання хвилюють нашу громаду. І маю надію, що ще прийдете. Приглашайте. Ми думаємо, що є польза в этом вопросі, тому що коли йде одностороння зв'язь, то, звісно, люди можуть бути і розстраюватися, і думати, що дійсно щось таке плохое відбувається. Просто депутатский корпус, хочу сказать, немножечко взял под больший контроль расходование городских средств, городского бюджета. Я думаю, что люди нас в этом поддержат. Всем спасибо. Я еще хочу добавить, уважаемые жители города, если у вас есть какие-то проблемы, нерешенные, вы не можете, вот вы бьетесь где-то, ходите в кабинеты, у вас не получается, пожалуйста, есть депутатские комиссии, которые всегда готовы рассмотреть, и у которых есть полномочия рекомендательные по решению этих вопросов. С милицией, с прокуратурой, с образованием, с медициной. Поэтому есть 401 кабинет в исполкоме. Приходите, приносите свои жалобы, предложения, заявления. А работники этого отдела вам скажут, на какую комиссию написать и кому написать. И не стесняйтесь, приходите. Мы все вопросы вам поможем решить. Спасибо. Дякую. Ну и... Наші глядачі тепер знають, куди йти, якщо в них будуть якісь справи такі. До побачення.